В деревне Вырубово порядка 50 домовладений. Многие обеспечены газом, но не все. Есть дома, куда голубое топливо до недавнего времени не дошло. Так, в доме номер 28 проведение газа стало долгожданным и приятным событием. Марина Фрыгина проживает здесь вместе с бабушкой Ириной Сергеевной, которая родилась и выросла в деревне. В старом доме газ есть, но дети и внуки построили для нее летний домик, куда тоже было необходимо провести газ. Знаете, я на самом деле даже не ожидала, что у нас получится подключить газ к дому, потому что вся процедура была раньше достаточно сложной, вот, и поэтому получилось быстрее, чем даже планировали. Изначально по проекту дом был оснащен только электричеством, соответственно, на кухне предполагалась электроплита. Но благодаря социальной газификации электрическую плиту заменили на газовую, и уже сегодня Марина смогла приготовить для бабушки вкусную яичницу. На один дом у мастеров Мособлгаза уходит около 3 дней, включая земельные работы. Мы сейчас каждому территориальному отделу дали перечни всех, скажем, наших территориальных объектов, на которых, на всех населенных пунктах, на которых будет производиться работа. Каждый домик мы обходим. У каждого жителя мы будем все-таки выяснять, готов ли он к газификации, готов ли он подписывать так называемый комплексный договор. Ведь цель на самом деле не подвести газ до границы участка, а подвести газ до дома, и, собственно, чтобы житель пользовался этой услугой. Жителям необходимо будет оплатить только подведение газа внутри своего участка. На сегодняшний день уже оформлено порядка 100 комплексных договоров. Всего же в Ленинском городском округе планируется газифицировать свыше 50 населенных пунктов. Это более 1500 домовладений. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Нормально,